Топ-3 реалистичные фишки RDR 2. Думаю, кто смотрел мои шортс, заметили, что очень много коротких видео я сделал с этим вступлением. Сейчас вы вряд ли найдете такую игру, которая настолько круто проработаны мелкие детали, что можно сделать 30 коротких видео, а деталей еще останется огромное количество. В этом видео я решил подобрать самые интересные, реалистичные и необычные фишки RDR 2, о которых ты точно не знал. Надеюсь, ты уже поставил лайк и подписался на канал. А то 99% зрителей смотрят мои видео без подписки. Надо это исправлять. Усаживайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Погнали. Первой фишкой стали бочки с алкоголем, или просто с водой, которые можно продырявить, выстрелив из пистолета, и затем оттуда польется содержимое. Второй фишкой стало совмещение лодки с людьми и динамитом Артура. Если немного подумав, бросить динамит возле лодки с пассажирами, то они сначала будут пытаться тебя убить, а потом смирятся со своей участью и пойдут ко дну. На третьем месте у нас расположились часы. Думаю, мало кто замечал, что все часы в игре, начиная от ваших личных и заканчивая часами на железнодорожных станциях, показывают реальное игровое время. Четвертой фишкой снова стали наши любимые лодки. Если Артур решит потопить себе лодку, то он спокойно сможет это сделать, используя револьвер. Также можно потопить и чужую лодку. Но помните, что NPC будут вас стрелять, пока не утонут, так что поторопитесь. Пятерку закрывает у нас тушка животного. Если Артур убьет любое животное и оставит его, то оно начнет разлагаться, и когда мы придем на это место через пару дней, то сможем увидеть только кости на траве. Шестой фишкой стали стулья в игре. Думаю, вы вряд ли замечали, что в RDR 2 материал стульев сильно зависит от их прочности. Если несколько раз выстрелить по деревянному стулу, то он сломается, а вот если стрелять по железному, то с ним ничего не произойдет. Седьмой фишкой снова стал динамит. Если мы подожжем его и будем просто держать в руке, то через пару секунд Артур решит его потушить, дабы избежать взрыва. Следующей фишкой стали NPC в игре. Думаю, вы не знали, что у NPC очень хорошо течет кровь из сосудов. Если Артур выстрелит из пистолета прямо по сосудам крови, то NPC погибнет не от пули, а от потери крови. На девятом месте у нас расположился театр. Если Артур во время выступления будет оскорблять артистов, то они начнут ошибаться и плохо выступать. На десятом месте у нас расположился патронтаж.
который будет показывать реальное количество патронов. Я надеюсь, вам понравилось данное видео, и вы оцените его своим лайком и подпиской. Также, если хотите увидеть вторую часть, напишите об этом в комментариях. Будет очень интересно почитать. Спасибо за просмотр, и до скорого, ребята!